Но он не хочет попадать в кадр. Но есть хорошие объекты, которые, в принципе, в кадр попадут, и вы можете купить. Итак, давайте мы с вами на секундочку прогуляемся. Пошлите. Кстати, вот при покупке дома вот такая собачка вам дается в подарок. Поэтому... Для детей? Хорошо. Пока родители выбирают, они тут уже имена придумывают каждому зверьку. Скажи, пожалуйста, вот как вы умудрились в кризис, мягко говоря, продать аж 10 домов? Как так? Ну, смотри, застройщик, во-первых, 12 лет уже на рынке. У него 100% сданные объекты всегда в срок. Угу, и неважно, это квартира, апартамент, угу, жилое помещение и уже коттеджные поселки. Откуда там... название такое Чайковский? Смотри, это территория чайсовхоза, и угу, еще раньше здесь рос чай. Угу. И плюс еще застройщик любит такую классическую музыку, когда слушает Чайковский. Вот эта классика сюда пришла, получается, как в трех вариантах. Почему? А площадь домов какая? Вот 120 и 140. 120 и 140. 140 можно во второй линии купить, я так понимаю, и они обойдутся за квадратный метр дешевле, правильно? Да. И как для инвестиций подходит? Да. В первую очередь два дома осталось, 20. Вот этот дом номер 9. Угу. И тот номер 5 около реки. Ага. Смотри, я так понимаю, они все с утеплителем. Конечно. У всех четырехскатная крыша, потом она идет утепленная тоже. Да. У всех идет алюминиевый профиль, да, дорогой? Да. Стеклопакет от Guardian. Ага. Сразу мы на сдачу будем еще устанавливать дверь металлическую, огнеупорную. Сейчас стоит строительная, понятно. И сколько земли у каждого получается? 3 сотки. Земли. Давай какую-нибудь зайдем, посмотрим, что он хоть из себя представляет. Просто для интереса. Слушай, ну неплохо. Когда собираетесь полностью сдать? Сентябрь 22-го года. Ну, этого года, да, получается? Да. Да. Первая очередь, которая 9 угу, домов, вот сейчас ты видишь, мы будем сдавать 1 апреля в этом году. В шутку, да? Вы хотите в шутку? 1 апреля сдадим в шутку? Нет, пойдем здесь зайдем. Ты, конечно, можешь зайти через террасу. Ага. Ну, лучше здесь, да? А тебе самой нравится, нет? Мне, я кайфую от чего-то. Не, серьезно. Я тебе серьезно говорю. Так, ребята, здесь... Ну, ничего страшного. У нас, получается, не абсолютно пропорционально. Получается, первый этаж у нас по метражу 60 квадратов, а и второй также. Здесь получается 75 где-то. На первом этаже? Да. Угу. Да. Получается, здесь в той стороне... Пошли на второй этаж, поднимемся, посмотрим. Можем в другой дом. Ну, давай, да, давай зайдем, чтобы не мешать никому. Давай, сейчас мы попробуем с тобой все-таки посмотреть интересные варианты. Ну, это хорошо, что рабочие есть, они хотя бы работают. Нет, плохо, а приходишь на настройку, а на настройке нет одного человека, это гораздо хуже. Больше хочу сказать, у нас каждый день расписан, что и когда приезжает, уезжает. Допустим, если у нас более крупные работы, ага, монолитные, да, то все машины уезжают, например, там, да, у них... Какой дом пройдем? Пойдем вот... Я не знаю, мы можем и в этот, и в этот. Давай вот в этот пройдем, вот. Это маленький, 120 метров. Ага. Тебе нужно 140 показать, поэтому я предлагаю вон к тому. Ну, давай к тому без проблем. Идем сюда. Значит так, у нас получается монолитный каркас, заполненным... Газосиликатный блок. Газосиликатный блок. В принципе, нормально, хорошо. Теперь с парковками вы здесь сами распланируете, парковки будут сделаны, жильцам не нужно будет делать, правильно? Не нужно. У нас одно парковочное место на территории каждого дома и гостевой паркинг, это угу, где ты заехал, где с той стороны, будет. Все, хорошо. Плюс мы должны понимать, смотри, вот внутренняя дорога. Вот приедут люди что к этому дому, что к этому, что к противоположному. Но машину даже если кто-то здесь оставит, дорога будет 5,5 метров. Сейчас залито просто бетон. Все, понял. Это тоже дом ваш? Нет. Зеленый? Нет, нет, это ну, не ладно, наш. Здесь будет единый забор молочный, деревянный. Проходи. Значит так, давай все-таки здесь попробуем посмотреть, да, что из себя представляет первый этаж. Мы заходим, здесь получается кухня-гостиная с выходом туда на террасу, на свой собственный участок. Там угу, будет забор, не забываем, 1,70 угу, высотой, угу, деревянный. Здесь у нас получается гостевая комната и этот... Ну, классика. Давай наверх лучше. Да. Все. Ну, ребят, в принципе, это хорошо, смотрите, форма правильная. Окна в пол дают дополнительное освещение, хотя окна тонированные, дорогие, и все равно довольно-таки дом светлый получился. Давайте посмотрим, что же из себя представляет второй этаж. По сути, минимальная точка входа – это 32 миллиона рублей, да, если не ошибаюсь? 32 миллиона. Угу. Уже. Уже.
Кстати, здесь такая же планировка. Здесь спальня выходом на балкон, и здесь другая спальня. То есть сейчас мы сделаем кровлю. Слушай, ну нормально, три спальни получается. В принципе, да? Претензий ни к чему нет. В принципе, все. Видишь, разнополые дети, некоторые вот тут делят на две, потому что два больших окна. Не, ну здесь тоже можно две, да, две можно сделать. Санузел вот здесь стоит, это с ванной, вот окно. Здесь по нашей планировке он такой прямоугольной формы. Дизайн-проект есть? Разрабатывали уже для кого-нибудь? Мы не разрабатываем. Ты же знаешь, мы его продаем, строим, дальше строим. А это у нас вся территория с этим озером? Территория не наша. Здесь, если смотреть по факту, смотри, вот эта речка, она такая небольшая, и она уходит дальше туда по ущелью. То есть она не, это не такое озеро, он дальше все равно туда уходит. Угу. Слушай, ну летом здесь хорошо, деревья все будет красиво. Вот эти дома, кстати, самое интересное вот в этой локации, потому что лес там, кстати, не пахнет ничем, да, вот как бы вообще вот это ни болото, ничем не пахнет. Плюс очевидно. Это равнина. А почему вы выбрали такой двухскатный, все же сейчас строят хай-теки же все в моде? Максим, ну смотри, если бы здесь была такая видовая характеристика на море, например, чтобы сделать на эксплуатируемой кровле свою собственную террасу, там зону какую-то барбекю. Соответственно, здесь классика, тут нет такой видовой характеристики, но живописное место, поэтому достаточно балкона, чтобы выйти и посмотреть. Ну смотрю, окна поставили хорошие, да, окна установили прям... Бросается в глаза, хорошие, классные окна. Да, и много их ты заметил? Да, очень их там много. Не 5 окон, как на целый дом 100 метров. Ипотеку можно, нельзя? Что там у нас? Пока, смотри, вот эти два дома, которые остались из первой очереди, мы как только на кадастры поставим, это буквально будет конец первого квартала. Угу. Тогда можно будет ипотеку. Рассрочка сейчас есть? Нет. Рассрочка есть до 6 месяцев во второй очереди и здесь до конца марта. Смотри, если во вторую очередь брать, сколько первый взнос и какая рассрочка? Все индивидуально. Если у клиента... Мы хотим, конечно, минимум 50%, чтобы взноса было. Но мы понимаем, все люди, у них свои... И рассрочку на полгода, может быть, да, сделать? Можно. Беспроцентную? Да. Беспроцентную. Отлично. А здесь какие-то заборчики маленькие среди, ну, как бы, среди домов будет что-то такое? Или просто это территория вся? Конечно. Вот как на макете у нас нарисовано. То есть каждая территория обнесена забором единым, деревянным. Он, понимаешь, такой вертикальный. Это все вы будете делать? Конечно. Все, да? И все, думаете, до сентября месяца успеете, да? Конечно. Угу. А по отоплению что здесь будет? Сейчас все-таки? У нас, смотри, вот на выходных нам прокладывали газовые трубы. Здесь видишь, вот немножко такие грязь у нас, такая свежая идет. Мы заводим коммуникации: газ, свет, вода, канализация. Получается, газ будет снизу, да? Не будет сверху, нет, это страшно. Все будет все под землей. Под землей, да, положили. Это тоже удорожание, да. Тоже, чтобы люди понимали, за что они платят деньги. Как бы. Одно дело, ребят, пустите в воздушку. Газ. А другое дело, когда даже хотел бы показать, ну вот как там вот сбоку там, а другое дело под землей. Обходится, наверное, в раз в 8 дороже. Поэтому имейте в виду, если вот хочется прям сделать хорошо, красиво, качественно, за это надо платить. Получается, за квадратный метр у нас сколько цена? 230. По сути, 140 квадратных метров за эти деньги можно купить, попробовать квартиру в старом фонде. Правильно, за те же деньги? Конечно. Либо взять себе дом. Но опять, если отдельно стоящий дом, здесь коттеджный поселок с видеонаблюдением, с охраной. Согласен, другая, да. Здесь плюсов концепция. Хватает. Плюс единые соседи. Дома с тобой стоят все идентичные. А вот 10 домов куплены для себя или для перепродажи? 10 домов, смотри, двое купили для перепродажи, остальные для себя. Для себя. А кто в основном покупает? Какой возраст и с каких регионов предпочитает покупать? Смотри, вся Сибирь, Москва, Питер. То есть, я не знаю. Вся Россия, да? Здесь смотри, какой момент. Мы все приехали, да, там, неважно, там, из Саратова, из Казани, там, из Ростова. Города идут на ровной поверхности территории. И когда попадают к нам в Сочи, они тоже хотят коттеджный поселок на равнине. Ты же понимаешь, это дефицит в городе Сочи. Нет, где сейчас, согласен, ты найдешь, да, хотя бы 10 домов на равнине? Ну, согласен, да. Нет, здесь хороший подъездный пути, мне понравилось. Я однозначно это себе в плюсик записал, потому что, в принципе, себя здесь чувствуешь комфортно. И даже если заборы бы здесь не стояли бы, все равно, как бы, в коттеджном поселке ты чувствуешь себя здесь в безопасности. Это тоже большой и огромнейший плюс. Ну, во всяком случае, вот в моем восприятии. Другое дело, цена. И цена все равно выше, да, еще будет у вас. Смотри, цена до 45 миллионов будет. До конца сдачи 45-50.
Смотри, а если, например, ты захотел инвестор купить, например, в стройке, угу. потом, соответственно, вы помогаете продать, к примеру, ставите конечно. У себя... Вот у нас, смотри, два дома, кто купил здесь для перепродажи. Вот в конце, когда мы будем ставить уже на кадастр документы, будут все на руках, мы берем их в свою шахматку продавать. Да, кстати, ребят, хотел бы еще вам сказать, что строится, видите, не по такой технологии, что сначала блок, а потом уже делается армопояс. Сначала делается монолитная конструкция, а такое строительство в разы дороже, а потом уже заполняется блоком. Вот такой дом, он будет стоить, ребят, в разы дороже построить. Потому что многие такие дома частные, они как их делают? Вот так вот берут, блоками выложили, там немножко там вида сейсмопояс сделали, и все. Здесь же вы получаете хороший добротный дом. Вот именно так строят многоквартирные дома в городе Сочи. Без разницы, это будет 5 этажей, 18 этажей, либо 20 этажей. Поэтому монолитный каркас здесь простоит у вас всю вашу сознательную жизнь. И вы этот дом можно по праву считать, что вы можете передать своим детям, внукам, правнукам и так далее. А за качество надо платить. В Кстати, целом, здесь территория да. еще не сказала. Тебя. Говори. Не, давайте хоть покажу. Все говорят, у вас девушки говорят, в Сочи все в меру красивые, а ты красивая. Смотри, вот эта территория, которую мы с тобой мимо проходим, мы 3,5 сотки отдаем под общую зону. Здесь будет зона бассейна, воркаут и детской площадки. А еще и бассейн будет? Конечно. Все сезонные подогреваемые. Серьезно, что ли? Не, серьезно? Я серьезно говорю. А молодые покупали? Да. А то, понимаешь, я решил, вот я сейчас дом смотрю, у меня, короче, в соседи два трансвестита с Санкт-Петербурга, представляешь себе? И они подрабатывают там еще, они там занимаются непонятно чем, поэтому я уже смотрю себе дом. Я тебе серьезно говорю, ни капли не вру. Поэтому и начал засматриваться. Слушай, ну мне в целом понравилось. Больше дом, в принципе, по размерам и не нужно. Я думаю, никто особо не спрашивал, да? Больше никто не хотел. Вообще, все говорят, даже если 250-300 метров он показывает, говорят, но мы по факту будем на первой территории. Смотри, вот так вот, да, заборчики будут такие же, да? Да. Вот так вот будет бассейн, детская зона. Детскую площадку мы сокращаем и ставим спортивный инвентарь для взрослых. Мы ее делим. Угу. То есть не совсем на детскую, но чтобы всем было интересно. А где аквадискотека? Здесь же с подсветкой будет. А, все как Путин сказал, будет аквадискотека, все как положено. Да. А забор, получается, из чего будет? Я что-то смотрю, дерево. Дерево, да? Будет такое все светлое. И смотри, сейчас бетон, будет асфальтированная дорога. А, асфальт все-таки вы сделаете? Да. Отлично. Ну, блин, ну, мне, в принципе, понравилось. Все хорошо, все прекрасно. Вот сразу же здесь автобусная остановка, я забыл сказать. До школы здесь можно доехать за 5 минут, да, на автобусе, если не ошибаюсь. И автобусы прямо здесь, конечно, вы поэтому всегда, если вдруг покупаете родителям своим, вы можете быть уверены, что они всегда сядут и всегда уедут, потому что это конечно автобусы. Получается, все-таки два парковочных места, можно быть уверены на 100%, что два автомобиля поставить можно. Логично? Да. Все. С этим, конечно же, все понятно. И вот так вот это общее. Дом мы прям сдаем вместе с озеленением. Угу. Будет у нас газон, забор, внешний фасад, перила, балкон и парковочное место заливаем. Угу. Все отлично. И вот так вот он будет, в принципе, на финише выглядеть. Да. Правильно? Да. Но земли у всех 3 сотки. Больше не бывает, да? Больше не бывает. У нас самый максимальный участок был 3,5. Его тоже забрали уже? Его тоже забрали. Угу. Это уже во второй очереди. Угу, угу. Ну что, ребят, ну, мне понравилось. Не знаю, как вам, пишите в комментариях. Хотелось бы, конечно, как на Авито. Вот я, кстати, видел эти объявления на Авито. Там по 7 миллионов, по 8 миллионов. Как вы относитесь к таким риэлторам, которые фейки ваши берут? У нас такие не продают. Они, наверное, все-таки рекламу бьют все-таки не на наши дома. Квартиры, ну, наверное, продают ну, за 7 ну, миллионов. Дизайн-проект ваш выдергивает. Ну, видать, как вы говорите, ну... Смотри, ну у нас мы всегда говорим нашим клиентам, вашим клиентам, что вы попадаете на территорию, только здесь актуальные цены и стадии стройки. Только угу. здесь можно отследить, что происходит на данный момент. Ну а какие-нибудь скидки там можно выморозить, там, если, например, попробовать там, напрямую обратиться? К нам напрямую? Да. У нас все продажи идут через агента. Угу. Ну, как и все ваши объекты, да? Все объекты, да. И видишь, у нас нет ни рекламы, никаких сайтов. Угу. Поэтому я всегда говорю, пожалуйста, всем гостям, не ищите нас о, в интернете. Схема, смотри. Давай теперь попробуем разобраться. Какие дома вот сейчас можем в продаже? Какой может дом купить? Смотри, если все, ты отлично. Хочешь первую очередь, да. и что он уже полуготовый, грубо говоря, сдается ага. в этом году, в этом квартале, то тогда будет 5-й и 9-й дом. 5-й и 9-й. Да. Но они по 120 метров. А 9-й, получается, прямо с видом на бассейн будет. Да. Это 9-й какой у нас получается здесь? Вот этот домик, да? Да. Ну, здесь будет шумно. Нет, я не хотел бы его себе. Смотри, 20 всего людей. Ага. Из них там у двоих дети есть.
А остальные уже у них внуки, и они отдыхают в других породах. Потому что дети хорошие, как свои, а как чужие, это маленькие изверги, это маленькие зверюги, понимаешь? Тогда смотри, если, допустим, это нет, то вот это точно да. Здесь нет, слева соседи, рядом речка, лесная зона, приватность полнейшая. Вот, это очень хорошо, это интересно, да? Ну, если, например, хотите подождать и купить до сентября вот этого года, то можно купить в стройке вторую очередь. А вторая очередь какая самая интересная? Какие самые интересные? Смотри, вот опять-таки разбирают, как обычно, тупиковые места, да. Там, где нет соседей, там, где к лесной зоне. Вот этот 16-й дом остался, он такая же альтернатива, как 5-й около речки. То есть там тоже лесная зона такая идет. И цена у него? Цена это 36 миллионов. Сколько? 140 квадратов? 140 квадратов, 3 сотки земли. Если мы дальше будем смотреть, для меня каждый дом, он красавчик вообще. Ну, я тоже так думаю, здесь прямо особой разницы нет, если честно. Поэтому для инвестиций тоже подойдет, поможете перепродать без проблем, да? Конечно. И, в принципе, максимально безопасно, потому что застройщик все, что строил, все сдал. Поэтому и не старается там что-то там такое. Да и, в принципе, деньги-то есть строить. Он особо на деньгах не нуждается. На каждый проект, неважно. О чем я тебе сейчас расскажу, мы два новых поселка начинаем строить. Все ясно. Все, ребята, тебе огромное спасибо. Вам что, если хотите безопасную покупку, добро пожаловать в Чайковский. Если хочется рискнуть, взять себе что-нибудь такое непонятное, то добро пожаловать в другие места. Еще раз повторюсь, вот такое строительство, оно обходится в разы дороже, чем просто взять и выложить каркас с тех же самых блоков, потом сделать псевдо-пояс и все. Это строительство обходится дороже, но это строительство на века. На этом всем добра и пока.